Жарким летом противотуманная пушка и поливочная машина Дечент Мачинеры демонстрируют свое многогранное применение и становятся незаменимым инструментом охлаждения. Опрыскивая транспортные средства, мы можем эффективно снизить температуру окружающей среды и обеспечить прохладу дорогам, населенным пунктам, строительным площадкам и другим местам. Помимо операций по охлаждению, противотуманные пушки и спринклерные машины Дечент Мачинеры также можно использовать для удаления пыли. В процессе распыления очищается окружающая среда и защищается здоровье человека. Ландшафтный дизайн также является важной областью применения противотуманных пушек и поливальных машин Дечент Мачинеры. Его водомет можно настроить на различные режимы распыления и добиться украшения окружающей среды. Наконец, противотуманные пушки и разбрызгиватели Дечент Мачинеры также могут выполнять работу в местах, где требуется распыление пестицидов на большой площади. Спринклерная машина с противотуманной пушкой от Дечент Мачинеры – это многофункциональная спринклерная машина. Он может предоставить клиентам эффективные и надежные решения,